новом формате, в формате ноу-хау, было поздравление меня в виде обращения. Поздравление с Новым годом. Вчера встречались, Овсянников была, Привалов, Власов, Гишин Вячеслав Иванович, Привалова Рида Михайловна, Разина, Замов, Меркумянц, его не было. Вадиков тоже, конечно, не пришел. По поводу полигона. Вы, наверное, видели ролик, я мог не комментировать, я обычно не комментирую такие вещи, но когда уже обращение прямо ко мне есть, видимо, это по новому поздравлению с Новым годом и с днем рождения, чтобы не скучно было. Поэтому я его просмотрел, естественно, захотел выслушать их точку зрения. Хотя они написали и письмо, вот они подписались мне тут, что нас обманули, что это мошенничество. Сказали одно, а показали другое, и они-то и не видели, пока мы сами не показали им сюжет. Ну ладно, получилось так, как получилось. Я просто хочу сообщить, что, во-первых, обсуждать нечего. Решение никакое еще не принято. Естественно, если будет даже межмуниципальный полигон, не факт. Она будет обнародована и будет общественное слушание обязательно. По всему городу и району. Не только там соберутся 23 человека, и на этом все закончится. Нет. Это не тот вопрос и совсем непростой. И потом, вот передо мной ПЭТ-бутылка. Вот она. Вы мне скажите, вот мы все пользуемся, она не горит, не гниет и вообще непонятно, что с ней делать. Так где мне объясните, если нам нужен совковый период, как вот сегодня у Бикинеева собственный полигон есть, и дышать нам очень приятно, когда он по две недели горит, но почему-то обращаются жители ко мне. Я вчера спросил у ветеранов, извините, у вас, я на даче могу зайти вам замечание сделать или в дом? Нет. Это же ваша собственность, да. Это тоже собственность Бикинеева. Тогда вы не звоните мне, а звоните Бикинееву, бунтуйте там, пожалуйста, это же его собственность. Это раз. Потом, что интересно будет с нами, если нас, Менделеевск, скажет, мы ваш мусор больше не принимаем. Для нас же Менделеевск не свалка, правильно? Но пока сегодня мы возим туда, потому что у нас своего полигона нет. Это два. В-третьих, рассуждать, что это только Емельянов придумал, это совсем неправильно, потому что об этом озабочена вся Россия. А врагов у нас много, мы можем их закапывать. Но, извините, дожди, весенние половодья, эти подбутылки опять же будут где-то, или в Каме, или где-то у нас во дворах. А их все больше и больше. Все производители, по-моему, от стекла уже отошли, или целлофановые пакеты, или вот эти подбутылки. Я еще раз говорю, кому нравится, то, пожалуйста, сжигайте у себя во дворе и дышите глубже. Очень приятный запах. Рекомендую. Я только так могу обратиться. Поэтому не надо чесать, где не чешется, потому что эта проблема еще не назрел, вопрос о строительстве. А то, что я езжу по городам и весь им изучаю, что такое межмуниципальный полигон, с чем его едят, я когда приехал в Саратов, там он размещен в таком месте, что вот бывшая свалка, мега-свалка, которая все еще горит, она и будет всегда гореть. Завод по переработке и тот же полигон, у меня вопросы не возникло. На заводе ходят в белых халатах. В белых халатах. Поэтому надо, прежде чем обсуждать и осуждать кого-то, и тем более до уже публичных оскорблений доходить, я думаю, что надо какую-то совесть иметь. Ну и потом, кто все это организовывает, наверное, сбой в организме, когда уж левая рука не знает или что делать правая, тогда уж я не знаю, что делать. Это так, для слова. Я не мог не прокомментировать, потому что обращение уж было прямо ко мне. Поздравление с Новым годом. Поэтому я его принял. Большое спасибо.